Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт теплосетей. Значительная часть работ проходит в Первомайском и Фрунзенском районах, самых проблемных с точки зрения состояния теплотрасс. Сегодня мы с вами в районе улицы Хабаровская. Здесь у нас происходит перекладка тепловой сети с увеличением диаметра. Работы были начаты в начале мая. Планируем завершить к середине августа. Работы ведутся с двух направлений. Полная замена тепловой сети с увеличением диаметра тепловой сети с целью увеличения пропускной способности, что повлияет на улучшит качество теплоснабжения многоквартирных домов. На этой ветке подключено порядка 30 объектов. В этом году общий бюджет на ремонт составит 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Это и деньги от инвестиционных программ, на которые застройщики строят сети к новым объектам, и средства, которые удалось привлечь из фонда содействия реформированию ЖКХ. Всего в городе будет отремонтировано 24 километра сетей. В этом году у нас комплексный ремонт тепловых сетей обусловлен необходимостью замены, высоким износом. Это позволит снизить аварийность, это позволит обеспечить, скажем так, более комфортный тепловой режим для населения. Ремонтная кампания завершится в октябре этого года. Анна Дьякова, новости на Восьмом.